На подступах к ярмарке на Северной расположились торговые ряды кубанских сельхозпроизводителей. Еще одна территория натуральной продукции и приемлемых цен. Сейчас предновогодние праздники. Мы решили организовать для жителей и гостей города-курорта Анапы новогоднюю ярмарку, которая продлится до 31 декабря. На этой ярмарке можно приобрести по конкурентоспособным ценам овощи, фрукты, молочную продукцию, колбасную. Ну и обязательно это елки. Рыба – все то, что, в принципе, радует людей к Новому году. Будем рады видеть всех гостей и жителей города на нашей ярмарке. Она работает с 9 утра до 5. Приходите в гости. Здесь и небольшой елочный базар с ценами от 300 рублей, овощное изобилие, что называется, прямо с грядок и из теплиц, свежая рыба, молочка и непременно сладости. К Новому году без них никак. Есть суфле, есть конфеты шоколадные, печенье, пряники, подарочные наборы. Все абсолютно можно, все свеженькое, все по цене производителя. В первые утренние часы покупателей немного, но с каждым днем торговля будет все интенсивнее, уверены продавцы. Гости Анапы отмечают, продукция на наших ярмарках высший класс. Ну, я могу сказать, что я удивлена тем, что даже наша продукция камчатская здесь есть и довольно-таки неплохого качества, и цена не очень-то отличается от нашей, по сути дела. Ну, и меня, конечно, поражает обилие овощей. Они у вас, конечно, очень дешевые по сравнению с нашими. Мне кажется, довольно-таки большой выбор. Ну и молочка. Я под большим впечатлением, конечно, от вашей молочной продукции. Очень вкусная, очень такая. Ну, великолепно.